Братья и сестры, сегодня я хотел бы с вами поразмышлять об основополагающих истинах учения нашего Господа Иисуса Христа, то есть учения, в которое мы верим. Эти истины мы слыхали, эти истины звучат, что Иисус Христос умер за наши грехи на кресте, и Иисус Христос воскрес в третий день в наше оправдание, и мы это читаем. Давайте откроем наши Библии, послание, первое послание Коринфянам апостола Павла, 15 глава, и читаем 3 и 4 стихи. Первое послание апостола Павла Коринфянам, 15 глава, с 3 стиха. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию». То есть и апостол Павел первоначально принял эту истину, что Иисус Христос умер и за его грехи, и воскрес в его оправдание, и это преподает и христианам в городе Коринфян. Он пришел в этот большой языческий город, который славился роскошью, безаранствием, а следовательно и идолопоклонством, и он рассказывал им о основателе новой вере, он рассказывал о жизни Иисуса Христа, и мы помним, что Иисус Христос, живя на этой земле, Он ходил, проповедовал, а потом творил чудеса, Он исцелял, Он показал, что Он не просто обыкновенный человек. И помните, что люди тогда начали говорить, что Он говорит как власть имеющий. Он им говорил, что Христос умер за грехи наши, Он принес себя в жертву, и Он понес наказание, которого заслуживает все человечество, и мы также в том числе. И другие апостолы также подтверждают это мнение. Например, апостол Павел, апостол Петр в своем первом послании, во второй главе 24 стихом подтверждает, Петр пишет, «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились, стало быть, и мы с вами». И другая важная великая истина о Христе, которую Павел говорил этим христианам, что Иисус Христос и воскрес из мертвых. Но это не вторая истина, а это также на первом месте стоит, потому что они, эти две истины, они взаимосвязаны. И он, апостол Павел, об этом говорил и в других городах, где он проповедовал. И Павел говорил им о том, что Иисус, умерший и погребенный, воскрес из мертвых на третий день после своей смерти. И он пишет, что многие свидетели тому, если мы чуть дальше почитаем, и то как раз об этом и пишет апостол Павел, и что явился Кифе, потом двенадцати, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне. Итак, многие видели Иисуса Христа, они говорили с Ним, они прикасались к Ним, и Иисус Христос, Он и говорил им, что
Он как раз обещанный Мессия, долгожданный Спаситель. Он после Своей смерти воскрес, и исполнились многие о Нем пророчества. Он показал, что плата за грехи, которые Он принес Своей смертью, была принята Богом Отцом, что дело искупления совершилось, и что смерть с грехом были побеждены. И апостол Павел говорит, что это самое великое чудо. И апостол Павел продолжает, что смерть основателя новой веры за наши грехи и его воскресение открывает дверь для спасения всему человечеству. Для Иисуса Христа нет ничего невозможного. И я повторяю, где бы он ни находился, эти истины апостол Павел проповедовал. И как раз вот эти истины и являются основанием нашей личной веры. Теперь я хотел бы отметить, что перед человечеством всегда стояло три проблемы. Это проблема греха, проблема печали и проблема смерти. У многих людей ощущение и осознание греха полностью исчезло. Его нет, оно омертвело. И если касательно нашей страны, то это и понятно. Мы помним, больше 70 лет в нашей стране искоренялась вера в Иисуса Христа, и только вот последние 25 лет это стало открыто проповедоваться. Поэтому многие считают, что если они не убили, не покалечили, хорошо работают, то они недостойны ада, а у них все хорошо. Я считаю, что это недостаток образования, а некоторых и избыток, потому что они говорят, вы что, не учились в школе, не учили химию, не учили физику. Поэтому в нашей стране это, так сказать, уже все сознательно искоренялось. Но слава Богу, что все это осталось позади. И есть та часть человечества, которая все-таки чувствует себя в себе грех, и это чувство приносит страдания и пустые попытки самого человечества избавиться от этих грехов. И они, конечно, не дают результата. И к этой части относимся и относились мы. Мы, некогда пришедшие к Христу, мы поняли, что мы сами ничего не можем делать. И мы помним, что Он говорил, «Придите ко Мне, все страждающие и обремененные, и Я успокою вас». И мы получили покой душам нашим. Далее. Человек подвержен печалям, и мы читаем в книге Иова, в 5 главе, 7 стих звучит. «Но человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх». То есть, многие люди уверены, и мы также, что действительно мир полон страданий, потому что мир лежит во зле, и младенец уже рождается и кричит. Затем человек живет с ропотом и умирает разочарованным. И ни одно творение на земле не так неуязвимо, как человек. И причиной страданий это, или и печали это есть и семья, и то, что гнетет болезнь, и отсутствие финансов, и тогда, когда болит сердце, и вот тогда, конечно, нужен тот, который может посочувствовать и помочь. И здесь как раз этим близким другом мы знаем, что и есть наш Иисус Христос,
Он знает сердце каждого человека. Он был человеком, он жил на земле, и он все прошел и испытал, кроме греха. Он знает, что такое печаль, и он доказал нашу любовь, свою любовь к нам, умерши на кресте. И он оставил нам прекрасные слова. Мы читаем из Евангелия от Иоанна, 14 глава. Первым стихом он говорит: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте». А дальше 18 стихом он говорит: «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». И следующее – это смерть и ее последствия. Одна мирская часть считает, что со смертью все заканчивается, а другая часть мирская считает, что пригласят батюшку, он отпоет, поставит свечи, и грехи все замолят. Но мы не находим этого в Библии. Наоборот, Библия говорит, со смертью человека заканчивается всякая возможность спасения человека. То есть, что человек посеял, живя на этой земле, то он и пожинает. Поэтому проповедь апостола Павла в Коринфе имеет такую силу, которая показывает нам всемогущего Спасителя, который не только умер за наши грехи, но и воскрес из мертвых, и тем самым одержав победу над смертью. И мы в послании к Коринфянам в этой же главе, в 20 стихе читаем: «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Слава и благодарность нашему Господу, что Он одержал эту победу не только для себя, но и дает спасение всему человечеству. И мы знаем, что каждый человек сейчас может иметь жизнь вечную. В Евангелии от Иоанна мы также читаем: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». 3 глава, 36 стих. Итак, в этом стихе мы читаем, что не только не увидит жизнь вечную неверующий, не примирившийся с Иисусом Христом, но как раз этот стих и говорит, что гнев Божий вечно будет пребывать на нем. А мы говорим: «Я знаю, в кого уверовал». Мы живем верой в умершего за нас и воскресшего. Поэтому и нам, братья и сестры, надо следовать по следам Иисуса Христа, по стопам и апостола Павла, который говорит постоянно и настойчиво, что Иисус Христос умер за наши грехи и воскрес в третий день в наше оправдание по Писанию. Давайте теперь прославим и благодарим нашего Господа. Аминь. Помолимся.